Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Визнання прес-секретарем президента Росії Дмитром Пісковим того, що російські військові зазнали великих жертв після нападу на Україну, і це стало трагедією, мабуть, перший сигнал того, що Кремль готує суспільство, якщо не до можливості припинення спеціальної операції, то принаймні до визнання самого факту війни. Далі текст мовою оригіналу. А война – это все же не специальная операция. Не случайно же так начали звинчивать пропагандистские гайки после 24 февраля и пугать людей тюрьмами и штрафами. Даже в милитаризованной стране каждому ясно, что война – не лучшая ситуация и ее нужно заканчивать. Но как? Также Песков теперь утверждает, что война завершится либо достижением целей, поставленных российским президентом Владимиром Путиным, либо договоренностями с Украиной. Но это легко так сказать, ведь нужно хотя бы выяснить, каковы цели у российского правителя. Ну хотя бы тактические. Потому что стратегическая цель уничтожения Украины ясна и вряд ли просто достижима. Отказался ли он от идеи свержения украинского правительства и замены его марионеточным режимом после того, как был вынужден отвести войска от Киева, или же может повторить? Хочет добиться освобождения территорий, записанных в Конституции придуманных в Кремле народных республик оккупированного Донбасса, или имеет более широкие планы? Хочет захватить Харьков и остаться в Херсоне? А демилитаризация? А денацификация, которая на первом этапе вообще не ясно, что означала, но теперь, после Бучи, уже понятно – это физическая ликвидация украинцев российскими военными. И в связи с этим, чего хочет Россия добиться за столом переговоров? Если после Стамбула кому-то наивному в Киеве могло показаться, что Кремль склонен к компромиссу и всерьез готов рассматривать украинские предложения о нейтралитете и невступлении в НАТО, то теперь после двух заявленных глав российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова иллюзий быть не должно от слова «вообще». Лавров воспринял украинские предложения не как готовность к компромиссу, а как обычно, как проявление слабости, как возможность давить дальше. И вновь напомнил, что Москва будет настаивать на удовлетворении собственных первоначальных требований. То есть все та же демилитаризация, денацификация, права русскоязычного населения и признание оккупации Крыма и Донбасса. Сейчас Донбасс может быть даже важнее, потому что в Москве явно готовится после полного поражения аннексировать Донецкую и Луганскую области Украины и присоединить их к Российской Федерации. Поскольку ясно, что в такой ситуации договариваться просто не о чем, Москва пытается проверить партнеров на готовность договориться просто так, ни о чем. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после недавней беседы с Путиным объявил, что Будапешт может стать площадкой для нового Минска, для переговоров о перемирии с участием руководителей Франции, Германии, Украины и России. То есть Путин якобы может согласиться с тем, что можно просто перестать стрелять, как накануне своего избрания президентом Украины предлагал Владимир Зеленский, а российские оккупанты останутся там, где они есть. Проблема в том, что теперь Зеленский уже не телевизионный комик, который решил стать президентом, а президент воюющей страны, который точно понимает, что если россиянам сегодня предложить просто перестать стрелять, то завтра они начнут стрелять из всех орудий и на новых направлениях. Поэтому приходится признать о том, о чем можно было подозревать в первые же дни после начала консультации России и Украины. Пока Путин еще считает, что может выиграть и не страшится ни больших жертв, ни экономических потерь, переговорный процесс – мертворожденное дитя. Путин по-прежнему готовится к продолжению войны, а не к миру. А украинцы между тем эвакуируются из восточных областей страны подальше от вероятного наступления денацификаторов. Дальнейшее развитие событий, конечно же, будет зависеть именно от событий на фронте, но и от того, насколько эффективно Запад будет содействовать вооружению Украины и экономическому краху России. В обеих этих войнах нужно обязательно победить. До зустречи! Глядачі, вистоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!